Выставка плакатов «Полководцы от Александра Невского до Георгия Жукова» открылась в квартире музея семьи Ульяновых. Она посвящена прославленным полководцам в истории России. Центральной фигурой экспозиции является Александр Невский. Его юбилей мы отметим в следующем году. Мы создавали выставку по хронологическому принципу, конечно, посвятив целый раздел князю Александру Невскому. Второй раздел нашей выставки посвящен военачальникам России, начиная с 14 и до начала 20 веков. Следующий раздел нашей выставки посвящен героям гражданской войны. На выставке представлено более 40 плакатов 19, 20 и 21 веков и графических произведений из фондов собрания Ленинского мемориала. Открывает выставку икона с изображением святого благоверного Александра Невского и святой равноапостольной княгини Ольги. Благоверный князь был канонизирован в 1547 году. На выставку икона попала из постоянной экспозиции квартиры музея семьи Ульяновых. Она экспонируется в детской комнате. Также на выставке есть предметы, которые имеют отношение к эпохе русского полководца и с его изображением. Так знаменитую фразу героя Невской битвы из фильма «Александр Невский» «Кто с мечом к нам придет от меча и погибнет» содержится на чеканке, выполненной в виде щита. У нас хранятся изначальные авторские варианты плакатов, которых затем происходило тиражирование плакатов по всей стране. А в конце 80-х годов эти плакаты попали к нам из Росизо. На плакатах не только выдающиеся полководцы Красной Армии периода Гражданской войны, но и белые. На выставке есть портреты как Михаила Фрунзе, Василия Чапаева, военачальников Красной Армии, так и Антона Деникина и Александра Колчака, руководителей Белого движения. Завершающим является раздел «Маршалы Победы», который представляет самых выдающихся и известных полководцев периода Великой Отечественной войны. Выставка продолжит работу и в следующем году. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.